очередные две посылки из Китая. Открываем их. Это Arduino Mega. Реализован на чип Atmel 2560. Обычно китайцы не смевают флюс, ну как смотрю, здесь как-то не очень почистили платку, но хорошо сделано, посмотрим, как будет работать. Вторую посылку открываю. И вот в эта коробочка 20 штук. Фотосопротивление. Вот так выглядят они. 20 штук. Давайте посмотрим, какое у них сопротивление. Кило-Ом. Вот на светлина поворачиваю 700 Ом. Так, сейчас сделаю лампу поближе, то есть вот так буду замотать, потому что у меня сейчас нет крокодила. Лампы поставлю. Вот упало сопротивление на 150 Ом. Вот сейчас максимально близко поставил 70 Ом, 68. Так. Ну, хороший товар, очень дешевый. Ссылки на Arduino, на эти фотосопротивления поставлю под видео, конечно, кому интересно, может посмотреть. Цена на сопротивление очень маленькая. Ну все, с вами был Иван Иванов. Подписывайтесь на канал. Все, пока.